Парка Победы почти весь день звучали песни, водили хороводы. На площадке Дворца ветеранов отмечали праздник Святой Троицы. Гости съехались со всего областного центра. Для меня праздник очень важный. Это 50-й день Пасхи. Это очень важный праздник, поэтому мы чтим всегда и посещаем храмы. Мы понимаем, что это большой народный праздник. И его хорошо, что вот возрождают, помнят. Это большое значение имеет для воспитания, для всей нашей жизни. В Самарский дворец ветеранов пригласили активистов районных общественных организаций инвалидов, обществ слепых и глухих. Несмотря на состояние здоровья, многие гости вместе с артистами пустились в пляс. Это большой, любимый христианский праздник, который посвящен добру, любви, вере, здоровье вам, счастье, мирного неба над головой. Для ветеранов и людей с ограниченными возможностями такие встречи очень важны. Многим состояние здоровья в повседневной жизни не позволяет часто общаться с друзьями, а праздники дают такую возможность. Следование традициям, тем самым истокам, благодаря которым возможна передача социального опыта, вообще стабильность и надежность. Когда есть традиции в обществе, хорошие традиции, когда они соблюдаются, когда являются поводом для встречи, для обмена радостью, каким-то позитивом, это всегда здорово. В течение всего праздника гостей угощали горячим чаем, выпечкой и бутербродами. Подобные встречи на площадке Самарского дворца ветеранов проходят регулярно и по самым разным поводам, таким как Масленица, Пасха, Троица. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.